Да. Друзья, мы сегодня решили обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием изменить меру пресечения для двух девочек. Одной 18 лет, это Аня Павликова, другой 19 лет, это Мария Дубовик, которые совершенно незаконно, необоснованно удерживаются в следственном изоляторе. У них серьезные проблемы со здоровьем. Их обвиняют по статье 282, часть 1, создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе. Избирая им меру пресечения, суд принял во внимание аргументы о том, что они якобы могут скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, потерпевших, воспрепятствовать производству по делу, уничтожить доказательства. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что напуганные дети, девочки, не могут оказать давление на свидетелей, и совершенно нет никаких разумных причин удерживать их в следственном изоляторе. В понедельник в это же здание приходил Лев Александрович Пономарев, правозащитник. Он был задержан с одиночным пикетом. Он обращался с точно таким же требованием, подробно при этом излагал, что происходит с этими девочками. У них очень серьезные проблемы со здоровьем. Мы надеемся, что Генеральная прокуратура убедиться в том, что люди пристально следят за этим, и мы призываем всех граждан неравнодушных подать такие же обращения. Текст можно скачать с официальной страницы «Женщины 14%».